И белый амур как раз вот такой удобный инструмент, безопасный для того, чтобы содержать пруды, наши пруды в порядке. Дело в том, что водные растения очень быстро разрастаются, заполняют пруд. Это связано как с общим потеплением климата, с более теплым летом, которое у нас регулярно повторяется из года в год. И водоем наши достаточно мелкие, вода теплая, растения быстро растут. Физически убирать их это достаточно дорого, сложно, и будут, соответственно, отходы какие-то. А вот возникла такая идея попытаться использовать белого амура как рыбу, которая питается водными растениями, для того, чтобы минимизировать вот эти вот процессы разрастания водных растений в водоемах.